блядь. О! Ты сейчас, блядь, опять сползет! Съезжай, нахуй! Съезжай, блядь! 19 ноября 2012 года. Время 9 час. Поехали на базу. Нужно ехать в сервис Кольцова. Делать электрику полностью, проводку менять, фонари ставить и так далее. Прибыли на базу. На улице минус 3. Заводим без сцепления, без газа. Без 15.09. Так вот прогрелись. Солярки в баке так. Выезжаем. Прибыли в сервис. Ахимаша. Пойдем дойдем, блять. До Геннадича приехал, не приехал. Если не приехал, придем спать нахуй ляжем. В общем, пока там Геннадьевича нашел, у него там машины стоят, блядь, он закончит, потом меня будет загонять в телегу. Вот, и, значит, этот телегу будет загонять на яму. Как сделают, вон телегу, видать, отцеплять, уже будет загонять трал. И когда он там закончит, блядь, с этим маном, там еще какая-то машина, короче, по электрике. Поэтому сейчас я, наверное, все-таки буду спать. Эхо Москвы представляет 24 ноября в Театре эстрады выдающаяся актриса театра и кино Светлана Крючкова представит вечер посвящения Булату Акуджаве. Заезжаем, блядь, в бокс, нахуй, будем там телегу отцеплять. Этот, блядь, нареножка, сука, дрочит. Там буксовал, сейчас тут буксует, блядь. Пиздец, нахуй, что трудно, блядь, заехать в бокс, что ли, ебаный в рот. Дед, блядь. Вроде дед пожилой, блядь. Блядь, сука. Пиздец, нахуй. Четвертый раз уже, блядь, заезжает. Не может выровнять ее, нахуй. Вон, дед седой, блядь. Пиздец, все, нахуй. Опять стали, блядь. Ебаный урод, нахуй. Вон, Геннадьевич стоит, блядь. Ему загонять надо телегу, блядь, что-то он нихуя не может. Все, блядь, сейчас все ругается, нахуй. Что типа заезд хуёвый, блядь. Ну все, пиздец, нахуй. Потерялись, блядь. Давай с разгону, блядь, заходи, ебаный в рот. Все, пиздец, так. Очередная попытка, блядь. Геннадьевич уже нервничает, блядь. Там бокс, видать, уже открыли. Ну как так можно заезжать, нахуй, ебаный в рот, блядь. Тут, сука, полчаса на повороте стоял, буксовал, блядь.
вцепились. Собака. Подкладывать, блядь, тут яма, сука. Под раму не подложить. Что из-под трава нахуй ложить? Да похуй. Будут проводку менять целиком. В этом месте. Ну, значит, я перепутал. В общем, короче, снял эту хуйню. Эти рожки, блядь, ебучие. Новые, нахуй, будем ставить. Эти рожки. Но будем делать уже, блядь, на отдельных проводах. И соединения будут уже внутри быть. Внутри этих рожек. Они тут снаружи. Здесь вообще будет ни одной скрутки не будет. Все по-человечески делать. Снял этот фонарь, блядь, гнилой нахуй, вон он, блядь, этот еще живой фонарик, стекло только поменяю, и вот идет процесс соединения этого пучка, блядь, проводов, нахуй, к хорошему толстому вот этому кабелю, блядь. Есть. Ага. Здесь. Да почему нет? Где-то, значит, еще. Где-то, блядь, в этой хуйне. Запросто, может быть. Ну что, блядь? Это наклейка была. Угу. Да. Какой провод? Не будем, да? Какой провод? Так, где Так вот, приобрели фонарь. Будем ставить. Кстати, 24-вольтовые выкинули лампы, нахуй. Ставим вот эти, блядь. Клаксар какой-то, блядь. Китайский, наверное, нахуй. Так, вот лампочки вставил. Это, блядь. И вот эту. И фонарь новый, блядь. Сижу, греюсь. Короче, время 6:30. Еще с телегой не закончили, проводку провели, сейчас надо фонарям цеплять ее, блядь. Потом к телеге, потом телегу надо будет тащить на базу, цепляться заодно утром на тягаче сюда ехать, продолжать электрику по тягачу делать и рессору делать. Что-то хуя работает, блядь. Вот, и здесь тоже, видишь, этого нету центрального, где-то выхода, где-то он там потерялся. Хотя он должен быть, вот на этих розетках должен быть ключ. А худой конец, у нас на розетке есть, можно его откуда-нибудь подать, если его нету. Но, скорее всего, он должен быть, потому что розетка...
короче, телегу сегодня починили, сейчас я вот тарабаню на базу, вот. А завтра на тягаче поеду, надо будет делать рестор здесь, задний мосток, вот, и полностью электрику всего тягача. Так, ну все, прибыли на базу, время без 10, 10, солярки в баке, блядь, вот столько нахуй. Завтра заправляемся, блядь, у нас что, хуево, блядь, такая хуйня, трип, такая хуйня. Сколько в бак-то войдет? 300 литров, блядь. 300 литров, сука, не, нахуй, не буду 300, сотку хотя бы заправиться. Все вроде так, что у нас там, блядь. Вроде горят, нет, нахуй. Оба горят, да? Вроде оба, блядь. Понял, блядь. А что нахуй? Габарит перестал гореть, что ли, блядь? Или его просто грязь затянуло, нахуй? Габариты вообще не горят, нахуй. Тут только поворотник, блядь. Здесь поворотник, нахуй. А габариты не горят, нихуя. Почему? Почему не горят, блядь? Вилка, что ли, блядь? Пошевелим, блядь. И тут, блядь. Все, горят, нахуй. Вилка, блядь. Вилку нахуй надо где-то, блядь. Почистить ее, помазать нахуй. Вот эту хуйню убрать, блядь. Вот опять погасло нахуй. Вот горит, блядь. Понятно, вилка нахуй. Все, выезжаем домой. Что нахуй включу? Хули она, блядь, ехали по Икаду. Все закидало грязью, блядь. Вон что нахуй. Ни фары, ни номера, ни хуя не видно, блядь. Чумазый пиздец. Надо нахуй снегом пошоркать немного, блядь. Тише, тише. Тише, тише. Тише. Тише, 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 это я, тише, это я, тише, все, я дома.